Сегодня почти в 40 городах прошла акция «Быть здоровым – это модно». Цель – массовое обливание холодной водой из ведер. Главной площадкой акции в этом году стала площадь перед Домом культуры Подмосковья в Красногорске. Участники из других уголков России и не только связались с ним. Через телемост показали свою готовность. Самым холодным городом оказался Красноярск. Там сегодня минус 20.